Здравствуйте, с вами снова Equi Management с Витой Козловой. Сегодня мы поговорим о том, как сделать конно-спортивные мероприятия зрелищными и интересными, и есть ли для этого ресурсы у нашего вида спорта. Востребованность и коммерческий успех спортивных клубов зависит в первую очередь от популярности конкретного вида спорта, от того, способен ли определенный вид спорта предложить контактной аудитории увлекательное и драматичное зрелище. Например, чтобы хоккейному клубу продвинуть себя на местном уровне, ему нужно убедить потенциального потребителя в важности хоккея для культуры региона и страны, его роли в истории, о том, какое будущее хоккей может обеспечить как сфера занятости. И только в случае, если эта значимость будет очевидна, хоккейный клуб будет иметь вес и хорошие перспективы для развития. Или еще пример. Если кёрлинг в стране не котируется как вид спорта, то и любые достижения в этом виде отечественных спортсменов на мировом поприще мало кого впечатлят. И напротив, фигурное катание или художественная гимнастика, независимо от результата, освещаются в новостях среди первых сюжетов. Поэтому очевидно, что есть виды спорта, имеющие не только спортивное, но и общекультурное, а иногда даже политическое значение. К тому же, вне зависимости от популярности вида спорта, любой КСК должен быть еще и солидным ньюсмейкером, создавая, по крайней мере, один новостной повод в месяц. Причем новости должны быть связаны не только со спортивной деятельностью клуба. Современные КСК являются организаторами огромного числа клубных мероприятий, от соревнований и мастер-классов до выставок и благотворительных ивентов. Все для того, чтобы впечатлить сообщество, предоставить ему драматическое, интеллектуальное и общественно значимое зрелище, вызывающее эмоциональное сопереживание и заинтересованность, чтобы вовлечь, усилить лояльность клубу, создать ассоциативную связь между брендом клуба и определенными эмоциями. Другими словами, история, то есть наполнение клуба, должна быть интересной и не ограничиваться только рамками конюшни или манежа. Сегодня почти все конно-спортивные клубы частные. Они не имеют никакого иного финансирования, кроме доходов, полученных в результате своей коммерческой деятельности, вследствие чего не могут ориентироваться на спортивные достижения. Во многом поэтому клубы все меньше заинтересованы в воспитании чемпионов, ведь создание среды, необходимой для этого, требует существенных финансовых вложений, за исключением случаев, конечно, когда сам владелец клуба имеет личные спортивные амбиции, а его клуб коммерчески успешен. А вот это уже напрямую зависит от популярности конкретного вида спорта и того, способен ли он предложить увлекательное и динамичное зрелище широкой общественности. Спорт высших достижений сегодня доминирует на рынке приключений. Продается все, от историй успеха и преодоления трудностей до падений и крушений надежд. У каждого вида спорта есть свои особые черты и публичный имидж. Некоторые ориентируются на широкий сегмент публики, в то время как другие – на локальные группы поддержки. К последним относятся такие виды спорта, как конное поло или, например, многоборье со служебными собаками, которые почти не претендуют на кардинальное расширение своей аудитории. Конный спорт занимает в этой классификации промежуточное положение, но имеет значительно более высокие шансы выйти из сегмента нишевых или бутиковых видов спорта и завоевать более обширную аудиторию, как это сегодня происходит в США и Западной Европе. Итак, конный спорт – вид, которым занимаются тысячи людей на планете, один из старейших в истории Олимпийских игр. Но традиции не помогают ему конкурировать по зрелищности с баскетболом или по массовости с футболом. И если конкур чувствует себя уверенно в олимпийской программе, то выездка может вылететь оттуда в самое ближайшее время. Если, конечно, продолжит и далее ничего не предпринимать, чтобы повысить свою зрелищность и доступность. Давайте говорить прямо. У выездки есть имиджевые проблемы. Нравится нам это или нет, но спорт – часть индустрии развлечений. И если зрители не получают удовольствия от нашего продукта, мы должны измениться. Ведь история и традиции, хотя и являются качествами, достойными восхищения, не могут непосредственно быть объектами продажи. Они лишь привносят дополнительную ценность продукту. Сегодня конный спорт имеет шлейф истории,
исключительности и аристократизма, присущий очень малому числу видов спорта. И хотя он с момента своего появления в 1912 году на Олимпийских играх не единожды подвергался изменениям, для того, чтобы обеспечить ему жизнеспособность в будущем и успех в высококонкурентном сегменте спортивных зрелищ, этого недостаточно. Коммерциализация спорта повысила уровень общественной осведомленности и интереса к нему, который не был возможен ранее, например, в спорте 60-х. Коммерциализация обеспечила комфортабельные спортивные сооружения, породила межбрендовое соперничество и создала разнообразие икон, которые в наибольшей степени привязывают зрителя к спорту. Но как во времена клипового мышления можно удержать интерес зрителя, если тест большого приза выездки длится минимум 6 минут 30 секунд? Длительные и монотонные соревнования по конному спорту, да даже по конкуру, не говоря уже о выездке, не смотрят от начала и до конца даже сами конники. Произвольная программа под музыку «Гран-при фристайл», вошедшая в программу официальных соревнований по выездке в конце 80-х годов 20 века, не спасает ситуацию. Публика на трибунах по-прежнему не понимает принципа судейства. Кстати, иногда даже сами конники его не понимают. Выступление в «Гран-при фристайл» также длится очень долго – 6 минут. К тому же форма всадников все дни соревнований остается неизменной, в отличие от фигурного катания или гимнастики, например. А запрет на выступление в цилиндрах еще больше ухудшил восприятие выездки, так как отрицательно повлиял на ее эстетику. Каски мало кого могут украсить. На фоне беспросветного будущего выездки происходящее в конкуре внушает больший оптимизм. Интересно, что происходит это не благодаря, а скорее вопреки усилиям ФИИ. Вы уже наверняка догадались, что я имею в виду Global Champions Tour, сокращенно GCT. Так что же там происходит такого, что привлекает внимание не только тысяч зрителей, но и вызывает безусловный спонсорский интерес? Давайте рассмотрим поподробнее этот кейс. Конкур иногда сравнивают с теннисом, гольфом или Формулой-1. Но в отличие от лучших спортсменов этих видов, топ-конкуристы не получают дивидендов от участия в турнирах, а напротив, иногда сами платят за участие. Их не покупают и не продают, как игроков футбольных или хоккейных лиг. Так конный спорт жил испокон веков, и так продолжалось бы еще долго, если бы на конкурном турнире не встретились два целеустремленных бизнесмена – голландец Ян Топпс и американец Фрэнк Маккорт. На тот момент Фрэнку было 62, и он только что продал бейсбольную команду Лос-Анджелес Доджерс, выручив за нее более 2 миллиардов долларов. Девелопер из США искал себе новую игрушку. Кроме того, он только что пережил скандальный развод и на старости лет влюбился в 40-летнюю американскую конкуристку Монику Альгарра. Ради нее Маккорт был готов вложиться во все, что угодно. Из всего, что угодно, Моника, разумеется, выбрала конкур. Хотя до знакомства с ней Фрэнк не имел и понятия, с какой стороны подходить к лошади. Историческая встреча состоялась в октябре 2013 года, и уже в феврале 2014 Фрэнк выкупил у знаменитого голландского олимпийского чемпиона половину в GCT. Так, став совладельцами GCT, Топпс и Маккорт разработали новый проект Champions League. Это конкурная лига, в которой выступают 15 команд, каждая из которых должна заплатить 2 миллиона евро в качестве вступительного взноса. Команда состоит из 4 основных всадников, двое из которых должны входить в топ мирового рейтинга, а другие 2 в конкурной статистике могут занимать любые позиции. Команда набирает очки в течение сезона, и в финале по итогам подсчета суммы очков решается судьба обладателя призового фонда размером в десятки миллионов евро. С 2007 года все соревнования лиги GCT проводятся как турниры 5 звезд по классификации ФИИ. Однако руководящий орган не участвует в организации этой популярнейшей серии никак, кроме утверждения расписания, ну, чтобы соревнования лиги не пересекались с турнирами ФИИ. Более того, ФИИ всячески противодействовала развитию лиги, опасаясь, что серия затмит Кубок нации или Кубок мира, и даже пыталась ввести запрет на несанкционированное ФИИ участие в турнирах GCT, грозя отстранением всадников
от участия в официальных соревнованиях, включая и Олимпийские игры на 6 месяцев. Но организаторов GCT это не остановило. Лига стартовала в рамках нового сезона, а ФИ отреагировала немедленно и пригрозила дисквалификацией всем официальным лицам, работавшим на первом этапе соревнований. Однако Топс и Маккорт – люди не из пугливых. Они спокойно и интеллигентно оспорили этот вопрос в суде. Их опытные юристы уже разбирали подобные дела в скейтбординге, плавании. И в споре вокруг Большого конкура они также одержали победу. И одерживали победу в каждом слушании, пока ФИ не исчерпала свои возможности на апелляции. Сегодня серия GCT демонстрирует миру лучшую сторону конкура и дает конному спорту позитивный импульс для развития, привлекая внимание медиа, повышая призовые фонды и как магнит притягивает лучших всадников мира, которые выстраиваются в очередь и готовы платить баснословные деньги за участие в этих поистине самых роскошных конкурных турнирах планеты. Новые спонсоры, шикарные вип-зоны, комфортное размещение для лошадей – все по первому разряду. Так конкур поднялся на свой новый уровень. Доха, Майами-Бич, Монако, Мадрид, Рим, Сент-Тропе, Лондон, Нью-Йорк и Париж – это далеко не полная география лиги. Недавно Ян Топс, который выкупил долю у своего компаньона, объявил о запуске нового многомиллионного проекта Global Champions Arabian Tour. Турнир будет посвящен соревнованиям среди лошадей арабской породы. «Наша цель, — говорит Ян Топс, — как организаторов новой серии, продемонстрировать, что конный спорт и лошади прекрасны независимо от дисциплины. Global Champions Arabian Tour и GCT пройдут независимо друг от друга и не будут пересекаться по датам». В Дохе Ян Топс представил концепцию своей новой серии. Соревнования среди лошадей арабской породы пройдут в несколько этапов – в Дубае, Дохе, а также в Париже, Риме и Валкенсварде. Общий призовой фонд серии составит 17 миллионов евро. Уважение к традициям и красоте – вот наш девиз. Поклонники конного спорта на Ближнем Востоке, несомненно, прониклись концепцией GCT. «Мы хотим интегрировать такой профессиональный подход в конный спорт арабских стран», – говорит Ян Топс. Новая серия, соревнования которой пройдут в несколько этапов на разных площадках и с системой начисления баллов, станет уникальной. «Арабские лошади являются частью наследия Ближнего Востока», отвечает Топс на вопрос о том, чем его привлек этот вид соревнований. «Я убежден, что точно так же, как Ближний Восток заинтересовался конкуром, мы, европейцы, заинтересуемся соревнованиями среди арабских лошадей. Если вам нравится эстетика выездки, то вам наверняка понравятся и выставки арабских лошадей. А что же выездка? Ведь мы точно знаем, что и у этой дисциплины есть шанс. И помним, что на первом кубке президента России зрительских трибун на 3000 мест не хватило. И по меньшей мере столько же людей просто стоя смотрели выступления лучших всадников планеты в Кюре. Значит, проблема не в том, что нет интереса к выездке, а в том, что нет уровня ни у спортсменов, ни у организаторов. Ведь когда на Кубок мэра приезжали лучшие конкуристы мира, на трибунах было так тесно, что яблоку негде было упасть. Значит, все возможно. И если создавать турниры с отличным комментированием, внедрить командные форматы, например, межклубные чемпионаты, обеспечить интерактивную вовлеченность зрителей в процесс судейства, когда зрители выставляют свои оценки и учатся понимать критерии и принципы выездки, все это обязательно повлияет на рост популярности дисциплины. Ведь людям нравится именно то, что им понятно, в чем они могут разобраться и почувствовать себя экспертом. Еще один неиспользованный ресурс. Если сможем восстановить такую прекрасную традицию, как котельоны, и создать командную дисциплину конного спорта, это обязательно даст шанс отечественным породам снова быть востребованными и сделает конный спорт доступным для тысяч мальчишек и девчонок нашей огромной страны. В заключение остается напомнить, что спорт высших достижений развивается по законам и принципам экономики. Основными условиями ликвидности спортивных соревнований являются зрелищность и выдающиеся результаты. Слово «средний» в контексте качества состава участников или уровня организации должно просто перестать существовать.
поскольку средний – это главный враг качества, а соответственно и зрелищности. Как-то от одного американского бизнесмена я услышала фразу, которая заставила задуматься. Если вам нужно что-то особенное сделать в одном экземпляре, поручите это только русским. Но если вам что-то нужно сделать серийно, поручите это кому угодно, только не русским. Итак, мы разобрали тему зрелищность и обсудили, есть ли у конного спорта неиспользованные ресурсы для ее повышения. О том, что нам мешает системно делать работу на отлично, то есть профессионально, и что в принципе отличает любительство от профессионализма, мы поговорим в финальной программе нашего проекта, посвященной мотивации. Не пропустите! Если проект «Эквименеджмент» интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезна, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч!